Как говорят сотрудники, обычно птицам имена здесь не дают, но для этого малыша сделали исключение. Один из работников, поклонник клуба веселых и находчивых, рассказал коллегам новость о том, что ежегодный зимний сочинский фестиваль КВН переехал из центра города в Красную Поляну. Так в беседах и появилась идея назвать нового обитателя аквариума Кивином. Малыш вылупился перед самым Новым годом, и скоро ему исполнится месяц. Через 40 дней после кладки вылупляются пингвинята, которые в течение целого месяца проводят в гнезде, потому что они покрыты пухом и купаться им нельзя. Наш кивинчик только несколько дней выходит из гнезда, а когда он станет покрыт перьями, ему разрешат купаться. Малыш появился в семье пингвинов Гумбольдта. Они так названы по имени ученого, который их описывал. Эти птицы небольшого размера и холод не любят. У нового обитателя, говорят сотрудники аквариума, характер под стать имени. Пингвиненок веселый и находчивый. Кстати, в этом году стало известно, что фестиваль «Голосящий кивин» переезжает из Юрмалы в Россию. Провести конкурс у себя мечтают несколько городов. И неплохие шансы есть и у нашего города. Работники Мацестинского аквариума считают, что если фестиваль пропишется в Сочи, то маленький пингвин мог бы стать талисманом «Голосящего кивина».